В Южной Корее открыли фонд помощи жертвам сексуального насилия, пострадавшим от действий японских солдат во время Второй мировой войны. Это более 200 тысяч женщин. Сейчас в живых из них осталось только 47 человек. Японское правительство пообещало выделить фонду более 9 миллионов долларов, чтобы окончательно наладить отношения между двумя странами. Правда, средства на счет пока не поступили. В самой Южной Корее как жертвы сексуального насилия японских солдат, так и общественной страны остались этим недовольны, поскольку их мнение никто не спросил. Считается, что власти Японии и Южной Кореи договорились под нажимом США. То есть, в свою очередь, пытаются устранить противоречия между Сеулом и Токио для укрепления военного союза со своими ключевыми азиатскими союзниками.